Всем привет, меня зовут Жанара, это видео мастер-класс по вязанию маленькой детской сумочки в форме сердца. Сумочка по размеру получается 20 на 15 сантиметров. Мы рассмотрим с вами вязание основного узора, стенок сумки. Также установим вот такой портфельный замочек на сумку. Здесь у нас колечки и крученая ручка. Для вязания нам понадобилось меньше одного мотка пряжи. Вот это у меня остаток от целого мотка. Желаю вам приятного вязания! Всем привет! Меня зовут Жанара. Приветствую вас на мастер-классе по вязанию корзинки в форме сердечка. Также из этого донышка можно сделать две половинки сумки. Я покажу далее, как мы это будем делать. То есть из этого узора мы можем связать с вами как минимум два изделия. Это то, что я придумала. А вы можете в комментариях писать, какие еще изделия можно сделать из этого узора в форме сердечка. Итак, вязать мы будем с вами, начиная от серединки и далее двигаясь каждый ряд, просто обычными столбиками без накида. Будем делать бесшовное соединение и с вами свяжем всего 1, 2, 3, 4 ряда. Это вяжется очень быстро. Для вязания, к примеру, сумочки нам понадобится целый моточек пряжи, а для вязания корзинки и того меньше. У меня это трикотажная пряжа Алтын, цвет зефир. Я начинаю с того, что аккуратно разматываю нить, чтобы она у меня не перекрутилась, и растягиваю ее. И так в течение всего вязания на 2-3 метра вперед разматываю и растягиваю. Я начинаю вязание донышка с цепочки из 16 воздушных петель. Оставляю кончик нити примерно сантиметров 5 и провязываю воздушные петли. Петли я вяжу не слишком туго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Связала 16 воздушных петелек. Теперь переворачиваю, смотрю на противоположную сторону цепочки из воздушных петель. Лицевая сторона у нее похожа на косички, а по задней стенке у нас идут вот такие петельки, ровно посередине по одной петельке на каждую петлю. Итак, первую петельку пропускаю, следующую полупетельку ставлю крючок и провязываю столбиком без накида. Старайтесь при этом на крючке петлю держать плотную, короткую, а эту вторую петлю немножко больше вытягивать, чтобы она была примерно в полтора раза длиннее, чем первая петля. Продолжаю вязать столбиками без накида. Всего мне нужно связать 6 столбиков. Первый я связала. Далее 2, 3. Вяжем все так же в задней полупетельке. 4. 5, 6. Связала 6 петель. Далее делаю 2 петли пропуска. 1, 2. И в третью петлю провязываю опять столбиком без накида. Начиная отсюда, я вяжу тоже так же 6 столбиков без накида. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Итак, мы подошли с вами на уголок. Далее здесь на уголке я ставлю крючок ровно в середину петельки, кончик нити накидываю на крючок и провязываю в эту последнюю петлю 3 петли в одно основание. 1. Следите здесь, чтобы галочки были ровные, не перекрещенные. 2. Петли хорошо вытягиваем. 3. Связали 3 петельки. Далее мы с вами развернулись и будем уже вязать по обратной стороне цепочки из воздушных петель. Ставлю крючок под обе стенки основной петли. Вот таким образом. При этом кончик нити накидываю на крючок так, чтобы он у нас прошел внутри петель. И продолжаю вязание. Здесь, так же, как и с противоположной стороны, я вяжу 6 столбиков без накида. 1, 2, продолжаю кончик нити прокладывать вдоль ряда. 3, 4,
5 и 6. Здесь оставшийся кончик можно отрезать у основания. Так, теперь у меня вот здесь закончилась нитка. Сейчас я размотаю и заодно покажу вам, как я разматываю нитку. Просто держу ее пальчиками вот так с двух сторон и разматываю на себя. Потом хорошенько растягиваю. Это примерно 2-3 метра. Продолжаем вязание. Ставлю крючок вот в это отверстие, которое у нас ровно в серединке находится. В него провязываю один столбик. Затем делаю одну воздушную петлю. Опять ставлю крючок в это же отверстие и провязываю второй столбик. Далее я вяжу 6 столбиков, как и с противоположной стороны. Как вы видите, у нас все получается достаточно симметрично. И так мы будем с вами соблюдать симметрию до самого конца. И 1, 2, 3, 4, 5. И последний вот здесь шестой. Вот последняя петелька. Провязываю тоже столбиком. Вот уже получается у нас вот такая галочка. Вырисовывается рисунок сердечка. Далее у меня остается вот здесь вот эта первая петля, которую мы с вами в начале первого ряда пропустили. Я ставлю крючок за одну полупетельку и провязываю в ее основании 3 столбика без накида. 1. Опять в это же место 2 и в третий раз в это же место 3. Теперь нам нужно замкнуть первый ряд. Для этого вынимаю крючок из петли, ставлю крючок вот здесь между первой и второй петлей, вот под эту первую основную петельку. Вот таким образом подхватываю ниточку, завожу ее на изнаночную сторону. Она у нас остается, петелька, на изнаночной стороне. Теперь ставлю крючок ровно вот под этой петлей, которую мы только что завели наизнанку. Так. И одеваю петельку на крючок обратно. И провязываю одну воздушную петлю. Это первая петля второго ряда. Вот так. Далее мы продолжаем с вами вязание второго ряда. Во втором ряду мы сначала с вами вяжем 5 столбиков. Первый мы уже с вами связали. Продолжаем вязание. Ставлю крючок вот так под 2 петли основной петли, то есть под косичку я вяжу, не в галочку, а между петлями. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5. Связали 5 петель, эту петлю пропускаю, эту петлю пропускаю, то есть пропускаю 2 следующие петли, это средние петли, которые находятся у нас ровно в середине. В третью петлю ставлю крючок, провязываю опять столбик без накида, и вместе с ней нам надо еще связать 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Связали 5 петелек. Далее мы подошли на уголок. Здесь на уголке мне нужно обвязать вот эти 3 петли. В каждую из 3, в предыдущем ряду в одно основание мы вязали с вами 3 петли. Теперь в каждую из 3 вяжем по 2 петли. Ставлю крючок под первую петельку. И провязываю двойную в одно основание. 1 и 2. 1 и 2. Следующую петлю опять ставлю крючок под основные петли и провязываю еще 2 петли в одно основание. И третий раз ставлю крючок под следующую петлю и провязываю 2 петли в одно основание. Связала. Далее я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков без накида. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала 7 столбиков. Далее вот здесь у меня есть такая воздушная петелька.
которая находится ровно в серединке. Ставлю крючок за заднюю стенку петли, провязываю сюда один столбик, затем одну воздушную петлю и в это же основание еще один столбик без накида. Продолжаю вязание. Теперь в эту сторону до петель на повороте я провязываю 7 столбиков без накида под основные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связала 7 столбиков. Далее у меня опять 3 петли были в одно основание. Теперь в каждую из этих трех я вяжу двойную петлю. 1, 2 в одно основание. Следующее. 1, 2 в основание второй петли и 1, 2 в основание третьей петли. Заканчиваем вязание второго ряда. Крючок вынимаю из петли, ставлю между первой и второй петельками под основную первую петлю. Подхватываю петельку, завожу ее на изнаночную сторону. Так, ее здесь надо немножко подтянуть, длинная оказалась. Придерживаю ее здесь, ставлю крючок под местом соединения между последней и первой петлями. Одеваю петлю на крючок и провязываю одну воздушную петельку. Это первая петля третьего ряда. Итак, в третьем ряду мы с вами вяжем 4 столбика. Считайте, первый мы уже связали. 1, 2, 3, 4. Далее 2 петли пропускаем, средние. В третью петлю вяжем столбик без накида. И всего 4 петли до следующего сегмента с двойными петлями. 1, 2, 3, 4. Далее у нас здесь уже идут петли с прибавками. В первую петлю мы вяжем одинарную. А во вторую мы вяжем двойную. 1, 2. Второй сегмент. В первую вяжем одинарную, во вторую двойную. И третий сегмент. В первую вяжем одинарную, во вторую двойную. Продолжаем вязание. Теперь у нас здесь с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков до уголка. Мы провязываем эти 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Связали 8 столбиков. Далее смотрим на петельку, которая находится в середине, за ее заднюю полупетельку. Дальнюю, вернее, провязываем один столбик, одну воздушную петлю и еще раз один столбик в это же основание. Далее продолжаем, вяжем 8 столбиков до поворота. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь, чтобы было симметрично, мы с вами свяжем. Вот здесь мы подошли к этому сегменту, где у нас идут двойные петли. В первую мы теперь вяжем двойную, мы же теперь идем с другой стороны. С этой стороны у нас была первая одинарная, вторая двойная. А с этой стороны наоборот, первая двойная, вторая одинарная. Продолжаем. В следующем сегменте, во втором опять. Первая петля двойная, вторая одинарная. И последний, третий сегмент. Первая петля двойная, вторая одинарная. Закрываем петли третьего ряда, крючок вынимаю из петли, ставлю его под основную петлю между первой и второй галочками, протягиваю петельку на изнаночную сторону. На изнаночной стороне слегка затягиваю эту петлю. Теперь придерживаю эту петельку, ставлю крючок под местом соединения и одеваю петлю на крючок. И начинаю вязание последнего, четвертого ряда. Провязываю одну воздушную петлю, это первая петля четвертого ряда. Здесь я вяжу всего 3 столбика до серединки. Первый у нас уже есть.
2, 3, 1, 2, 3. 2 петли пропускаем, в третью провязываем столбик и всего 3. 1, 2, 3. Далее продолжаем вязание. Мы подошли с вами к сегментам с прибавками. Здесь мы вяжем еще 3 столбика одинарных. 2, 3. Итого получается от середины 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 у нас были. Это наши петли, которые у нас шли без прибавок. И 3 петли это уже из сегмента с прибавками. Далее вяжем двойную петлю. Далее вяжем 2 одинарные петли. Двойная. И еще раз 2 одинарные. И двойная. Далее вяжем 7 одинарных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у нас вот здесь вот идет прибавка из предыдущего ряда. Ставим крючок под основные петли, последние петли, провязываем восьмую петлю. Итого получается у нас после двойных 8 одинарных. Далее у нас идет серединная петля. Ставим крючок за дальнюю полупетельку, провязываем сюда одну петлю, затем воздушную, затем опять в это же основание еще одну петлю, затем 8 одинарных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее у нас идет двойная петля. Здесь в качестве подсказки двойная петля у нас идет перед двойной петлей предыдущего ряда. А здесь двойная петля после двойной петли предыдущего ряда. Далее вяжем 2 одинарные петельки. 1, 2, затем двойная петля. Затем опять 2 одинарные петли. Двойная петля. И далее нам остается до конца ряда связать еще 3 столбика без прибавок. 1, 2, 3. Соединяем начало и конец ряда. Ставлю крючок между первой и второй петелькой под основную петлю. Протягиваю петлю на изнаночную сторону. Здесь пока вот так вот закреплю. Но потом эту петлю мы уберем. И теперь надо сделать нам ВТО, влажную тепловую обработку. С помощью парового утюга аккуратно через ткань проглаживаем, обдаем паром сверху, с внешней стороны и с внутренней стороны. Затем выравниваем форму, углы хорошо вытягиваем. Вот эти полукруги расправляем с помощью рук и даем форме высохнуть. Если вы будете вязать сумочку, то вам нужно сделать вот такие две заготовки. Но прежде чем вязать вторую заготовку, мы с вами свяжем еще несколько рядов стенок. А затем уже будем делать вторую заготовку. А если вы вяжете корзину, то вам понадобится только одна такая заготовка. Я сделала ВТО для нашей заготовки сердечко. Петельку первой петли. Вот первая петля и ее задняя полупетелька. Одеваю петлю на крючок и провязываю одну воздушную петлю. Далее продолжаю вязать. Я вот эти вот косички основной петли не затрагиваю, а вяжу под ними, но ставлю крючок ровно в середину галочки. Таким образом, чтобы здесь он у меня тоже вышел в середине петельки. Во вторую петлю провязываю уже обычный столбик без накида. И также продолжаю все остальные петли
ставлю крючок под косичку. Вот эту вот косичку мы оставим в качестве окантовки. И ставлю крючок ровно в середину галочки. Вот так. Провязываю опять столбиком без накида. Петли хорошо вытягиваем. Следующая петелька, основную вот эту верхнюю пропускаем. Ставим крючок ровно в середину галочки. И провязываем столбиком без накида. И продолжаем так вязать до конца ряда. Получается, здесь у нас вязание разворачивается перпендикулярно. Мы связали с вами донышко, а теперь приступили к стенкам. И стенки как раз у нас и идут вот так вот, перпендикулярно. А здесь у нас остается такой красивый кантик. Всего у нас с вами по окружности должно получиться 51 петля. Это 50 петель основных и одна петелька, которая у нас находится вот здесь ровно в серединке уголка. Давайте провяжем самостоятельно. В конце ряда посчитайте количество петель. И можете сразу вот так правильно придать форму. То есть стеночки поставить перпендикулярно. Закончила вязание первого ряда. Теперь делаю соединение петелек. Как всегда, ставлю крючок между первой и второй галочками. Затягиваю петельку на изнаночную сторону. Так, здесь слегка затягиваю, затем крючок переставляю и провязываю первую петельку второго ряда. Второй ряд вяжем тоже без прибавок, все ряды уже вяжем без прибавок. Слишком длинная петля получилась. Также 51 петелька. Если вы вяжете сумочку, то получается, что этот ряд вполне достаточный для толщины сумки, потому что мы будем с вами делать две одинаковые половинки. Получается, что здесь два ряда и там два ряда на второй детали. Получается толщина 4 ряда. Это примерно 4-5 сантиметров для детской сумочки вполне достаточно. А если вы вяжете корзинку, то вы продолжаете вязать еще 5 рядов. Всего мы вяжем 6 рядов. Корзинки вот таких. Первый ряд уже связали, получается, из 6, и еще осталось 5. Вяжем мы также под основные петли обычными столбиками без накида. Сейчас покажу. Например, вот в этой корзинке я сделала комбинированную. Основной цвет — это трикотажная пряжа алтынитка коралл. Из 6 рядов я связала 2 ряда тем же цветом, что и донышко, затем 2 ряда другим цветом и 2 ряда третьим цветом. И в конце делаю обвязку соединительными столбиками за дальнюю полупетельку. Получается вот такая готовая корзиночка. Можно сделать корзинку одним цветом. Ну, если у вас есть, например, подходящие по цвету остатки пряжи, вы из них можете вполне связать вот такую трех, может даже четырех, можно даже каждый ряд разным цветом связать корзинку. Я все-таки буду вязать сумочку, покажу вам, как мы потом будем соединять эти две детали, поэтому я свяжу второй ряд и на этом закончу вязание стенок и свяжу еще вторую такую детальку. Сделаю ей ВТО, свяжу также к ней 2 ряда стенок сумки. И далее мы с вами будем соединять эти две детали. Сейчас нам нужно довязать второй ряд. Затем я покажу, как красиво петельки закрыть. И в принципе остальные действия, получается, по вязанию второй детали, они повторяю то же самое, что мы с вами делали для этой детали. Итак, закончила вязание второго ряда. Ниточку отрезаю. Петельку вот так вытягиваю. Беру крючок потоньше. И теперь закрываю ряд. Для этого мне нужно вот так поставить крючок между первой и последней петлей. Подхватываю ниточку. Завожу ее вот так между первой и второй петелькой. Затем нужно вернуть в середину последней петли. Для этого с изнаночной стороны наверх
продеваю крючок и затягиваю кончик нити в середину последней петли. Получается вот такое у нас красивое завершение. Вот эта последняя петелька у нас. Красивое завершение второго ряда. Если вы вяжете корзину, то значит вы вяжете 6 рядов. Я связала только 2, а вы вяжете 6. Затем нужно сделать еще обвязку. Но в принципе можно и без обвязки. Обвязку просто соединительными столбиками. Теперь кончик нити нужно спрятать. Я продеваю крючок вот так сквозь несколько петелек последнего ряда и протягиваю ниточку вдоль последнего ряда петель. Обрезаю кончик нити у основания и все. Готово. Теперь делаем вторую такую же половинку, но единственный момент, что в конце нитку пока не отрезайте. Мы будем соединять еще две детали вместе, поэтому ниточка нам еще понадобится. Все. Продолжаем вязание второй половинки. Я закончила вязание второй половинки сумки. Теперь у меня их 2 штуки. Связала в каждой из половинок по 2 ряда стенок. Теперь мне нужно эти 2 половинки между собой соединить. Я их прикладываю друг к другу и буду соединять, начиная вот с этого края. Для этого можно взять крючок потоньше, или, если вам удобно, можете соединять тем же крючком, которым вязали. Итак, здесь нам нужно отсчитать 7 петель от середины в левую сторону. И с этой стороны тоже 7 петель. Можно даже их маркерами отметить, эти петельки. Вот у меня 2 маркера. Итак, здесь от середины отмеряю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот здесь за 7-ю петельку я буду присоединять. И здесь тоже от середины отмеряю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Присоединяю 2 половинки вместе друг к другу. Беру крючок, какой вам удобно. Теперь буду соединять только за одну полупетельку. Беру одну полупетельку, которая у нас ближе к внутренней части, и одну полупетельку с этой стороны, на этой заготовке. Захватываю ниточку изнутри, там оставляю короткий кончик сантиметров 7, потом спрячем этот кончик. И продолжаю соединять теперь. Ставлю крючок опять здесь за одну полупетельку. И на этой заготовке подхватываю только одну полупетельку. Получается на крючке 3 петли. И через 3 петли провязываю одну соединительную петлю. Вот так. Продолжаю опять. 1, 2. И через эти 2 петли и через петлю на крючке протягиваю соединительную петельку. Здесь петли слишком туго не затягивайте. Старайтесь их визуально делать такими же по размеру, как вот эти петельки. Итак, мы с вами продолжаем соединять. Следите, самое главное, в начале за тем, чтобы у вас было симметрично все. Чтобы две заготовки симметрично соединялись. Если вдруг у вас вот здесь вот какое-то несовпадение будет, например, по петлям, вы видите, что, например, эта петля оказалась дальше, чем эта, то соединяйте тогда чисто визуально, чтобы петли... Те петли, которые находятся напротив друг друга. Представьте вот так две заготовки друг к другу и соединяйте петли, которые находятся напротив друг друга. Примерно 7 петель от серединки. Продолжаем соединять. И уже вот сейчас видно, как получается красиво, аккуратно. У нас сверху, в середине, вот так между двумя заготовками образуется вот такая красивая косичка. Продолжаем так соединять до противоположного края. Здесь мы оставляем прорезь, примерно тоже отступаем от середины 7 петель в эту сторону. Тоже можно маркерами отметить, где именно вам нужно остановиться, чтобы вы вовремя остановились. И получается у нас вот тут вот 14 петель на одной и на другой заготовках, ровно от середины по 7 влево и по 7 вправо. Соединяем вот так все полностью, без прибавок, без ничего, просто петля в петлю. И встречаемся с вами в конце ряда соединительных петель. Закончила вязание. Знаете, все-таки здесь я оставила прорезь из 13 петель. Мне показалось, что 14 это немного перекос. Здесь справа получается меньше, чем слева.
Поэтому я оставила 13 прорезь. И ниточку отрезаем. Кончик нити прячем. Просто заводим его на внутреннюю сторону. И сразу можно на изнаночную, вот так, на внешнюю вывести. И прячем опять, как мы это уже делали до этого, так вдоль ряда. То же самое делаем с противоположной стороны. Кончик нити можно вывести наружу, так легче его спрятать. Где он здесь у меня? Вот он. И вот так вот вдоль ряда его прячем внутри петелек. Так как это у меня детская сумочка, никакой застежки делать я не буду. Можно сделать застежку, можно вшить сюда замочек. Но это достаточно хлопотное дело, я не знаю, если хотите, можете вшить замочек. Можно сделать здесь перекидную петельку, например, здесь пуговичку, на нее петельку одевать. Просто надо найти подходящую по цвету и по фасону петельку. Так. А я хочу сделать еще сюда крученую ручку. Сейчас я покажу, как это делается. А так, в принципе, сумочка у нас уже полностью готова. Для изготовления ручки я беру опять трикотажную пряжу, отмеряю 1 метр и складываю 8 раз. 8 раз по 1 метру. Получается вот такая длинная у меня лента. Здесь у меня 8 сложений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По 1 метру, но кончики я не отрезаю, просто складываю. Теперь в конце отрезаю нитку. Обратите внимание, что если вы правильно сложили 8 раз, то у вас два конца оказываются на одной стороне. Теперь эти два кончика нам нужно либо соединить с помощью двустороннего скотча, специального для трикотажной пряжи, либо сшить вместе ниткой и иголкой. Я сошью две половинки вместе. Для этого вот так вот расправляю края. Прикладываю трикотажную пряжу внешней стороной друг к другу, спина к спине. Вот так, уголками. И прошиваю от одного уголка, от правого к левому. Прошиваем. Делаем шовчики, стежки вперед-назад. Стежок вперед и назад. И сразу в следующий вперед. Все знают этот стежок с детства, с уроков труда еще. Имитирует машинный шов. Прошиваю, получается, по диагонали от правого угла к левому. И закрепляем кончик нити, отрезаем. Теперь отрезаю лишнюю ткань. Нитку расправляю, и получается у нас вот такое почти что незаметное соединение. Теперь складываем вот это наше большое получившееся кольцо, замкнутое, два раза. Вот так, раз и два. Здесь вот не видно, но получается вот такое вот колечко. Раз, два. Сложили нитку в два раза. Два колечка получается у нас вот. Теперь вам понадобится помощник или какой-нибудь крючок, например, держатель для штор. Вешаете один конец на крючок, или кто-нибудь пусть держит пальчиком. Отходите на всю длину этой нитки, получается 2 метра. И
прокручиваете нить полностью до упора, до тех пор, пока уже некуда будет крутить. Вот так закручиваете, закручиваете. Затем аккуратно складываете в два раза, по одному метру получается длина. И нитка сама закручивается вот в такой вот жгутик. К сожалению, я не могу вам показать это в полную величину, могу лишь объяснить устно. Но это делается очень легко, и я думаю, что вы меня поняли. Давайте сделаем такой жгутик и посмотрим, что получится. Вот моя ручка готова. Получается она длиной примерно 90 сантиметров, 1 метр. И теперь я беру разъемное колечко и в первую очередь закрепляю вот этот краешек, который у меня, где два кончика, чтобы он не распустился. Второй у меня здесь замкнутый, он не распустится. Его тоже закрепляю на колечко. Просто вдеваю кольцо вот так через ручку. И вот наша ручка готова. Теперь эту ручку нужно прикрепить на сумку. Берем готовую ручку, открываем колечко и вдеваю колечко в то место, где мы с вами начали соединять. И там, где закончили. То есть оставляем открытую прорезь на сумке. А начало и место соединения, вот эти петли, мы используем для того, чтобы вдеть кольцо. Вяжем перекладину для портфельного замка. Для этого оставляем кончик нити 20 сантиметров. Набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Готово. Набрала 16 петелек. Теперь первую петельку пропускаю. В следующую ввожу крючок, провязываю полустолбик без накида. И так продолжаю вязать за задние петли до конца ряда. Всего 15 полустолбиков без накида. Закончила первый ряд, связала 15 полустолбиков. В конце делаю воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваю, нитка остается позади работы. Теперь вяжу только за одни полупетельки. Ввожу крючок за полупетлю и провязываю полустолбик без накида. И так продолжаю всего 15 петелек до конца ряда. Так продолжаем вязать самостоятельно еще второй, третий и четвертый ряд. Встречаемся в конце четвертого ряда. Закончила четвертый ряд. Кончик нити отрезаем. Ниточку вытягиваем из петли, берем тонкий крючок и прячем кончик нити внутри ряда петель. По размеру эта деталь получается 14 сантиметров. Теперь берем наш портфельный замок и устанавливаем его на перекладину. Открываем замочек. Здесь у меня простая конструкция на зубчиках. Отгинаю заднюю панель и устанавливаю замок на край перекладины. Зажимаю. А вот эту часть устанавливаю на сумочку. Готово. И кончик нити аккуратно прячем внутри петелек.
Теперь смотрим, где у нас будет находиться нижняя часть замка. Отгибаем скобы. Приставляем замок примерно на то место, где он будет стоять. Вот так. И устанавливаем замочек. Итак, вот такую сумочку я связала из меньше, чем одного мотка пряжи. Желаю вам приятного вязания. Делитесь вашими работами в Инстаграме, отмечайте мой аккаунт нитка.кз и мой хэштег нитка_мк. Приятного вязания!